Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов номер 2, 4, 13, 23 в связи с перевооружением теплотрассы по улице Гаражной, пишет телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». Движение будет ограничено в районе дома номер 22 по улице Гаражной с 6 утра 27 августа до 6 утра 30 августа. На время перекрытия участка трамвай номер 2 будет ходить по схеме Юнгородок, дом печати Юнгородок, трамвай номер 13, Костромской переулок, дом печати Костромской переулок. Трамваи 4 и 23 маршрутов будут ездить через Постников овраг по проспекту Ленина до железнодорожного вокзала, затем до автостанции «Аврора», станции метро «Победа» и до дома печати. Электросамокаты внезапно ворвались в нашу жизнь и стали одним из самых востребованных летних видов транспорта в городе. Но безопасность превыше всего. Как пользоваться электросамокатом без вреда для себя и окружающих, рассказывает телеграм-канал администрации железнодорожного района. Запрещается ездить с высокой скоростью, передвигаться по автомобильным дорогам, прыгать через препятствия, ездить вдвоем и держать ребенка. Администрация Кировского района призывает жителей регистрироваться в системе ГИС ЖКХ. Это современная и удобная платформа. Ее задача сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных. Через ГИС ЖКХ можно взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, оплачивать коммунальные услуги, направлять жалобы, голосовать и многое другое.